второй Дон идет. Это Серег приехал. Тором 750, и это не наш комбайн. Новичок пришел, блядь, у, блядь, 4 педали нахуй. За каким хуй, да? Это на самом деле Олег придумывает. И заглушку поставят, туда будет наливать. Хрен спали кто. В Спашке вот учили заебись, блядь. Учили, блядь, как вино жрать, блядь. Хуё вино, блядь. Вон еще один стоит, блядь. Привет, народ. Что у нас тут? У нас тут 2 августа. Пасмурное утро. Холодное утро. Как и прошлые дни, в принципе, холодные. Я болею. Насморк. Горло болит. Кашель с мокротой. От Харькова хожу. Вон таблетку надавали мне. Короче, последние дни мне не важно. Но работать не помеха. Так, дискомфорт доставляет, конечно. Ну что, все у нас тут поломанные сейчас, все у нас сломанные, погода отвратительная, наверное, где-то с 10 утра обещан дождь. Что, Федор, помпа тебе потекла, помимо того, что вчера масло лопнуло, где-то, вот он помп поехал искать, снимать со 150-го, комбайн у нас там тоже поломанный, Мишкин измельчитель все разбил нафиг весь корпус, наподобие как в том году на Дон 1500, наверное, его будут переводить на укладку волок, отключать измельчитель, потому что барабан через неделю только приедет новый. Ну, Иван Семенович на окрасе, муфта классично накрылась в поле прям. Там сторож ночью дежурил, так что Мишка поедет помогать ему пока что разбирать. Дон 1500 стоит, Леха здесь, я даже не знаю, с чем он там ковыряется, приехал. И я на мазу, у меня масло не заводится. Тестер взял Лехин, померил. Да и если бы аккумуляторы, то, ну, прощелкнул бендикс и все. А то он оборот делает, и вот последний оборот с компрессией, он не осиливает стартер. Бендикс начинает прощелкивать. Я так раз, наверное, 30 с утра пробовал запустить. Но если бы аккумуляторы севшие были бы, ну, он не проворачивал бы даже один оборот. А то один оборот осиливает провернуть. Вот. Ну, 12, чуть больше 12 показывает. Я все равно для очистки совести принес, конечно, зарядное устройство. Попробую их побольше возбудить, эти аккумуляторы. Хотя у меня один аккумулятор совершенно новый, другой тоже живой. И заряд, все, говорю, у меня есть там амперметр. Он показывает зарядку. Ну и зарядку показывает сам тахометр. Тахометр от генератора работает. Зарядки не было, тахометр у меня обычно отказывает сразу. И стартер, как назло, вроде бы свежий. Потому что я его снимал в том году со 150-го своего зеленого. А на 150-м я на нем отработал всего лишь сезон один. То есть он совершенно новый практически. Хотя уровень современных запчастей оставляет желать лучшего. И то, что новое не всегда является новым. И новое не всегда является хорошим новым. Так что дерьмо нам подсовывают тоже частенько. Так что тут особо удивляться не надо. Надеяться то, что новые лучше не надеяться. Хер знает, сейчас постою, пока позаряжается. Кабину сейчас на раткину. Посмотрю, пообслуживаю. Мас, подолинер, маслица. Двигатель. Вот. Сегодня вся наша, наверное, бригада поедет сортировать пшеницу на вторую базу. Там завезли маломальски пшеницу вчера. Я вот две машины завез. До этого, наверное, еще там рейс, наверное, по 2, наверное, или по 3 даже сделали, ребят. Потому что пшеницы есть, будут сортировать. Да и тут, короче, нет никого на базе. Сейчас, в данный момент, практически никого. Комбайнер, естественно, Зорина. Техническое обслуживание комбайнов, ремонт, все такое. Мне, блин, завести бы его, померить бы тестером, сколько на аккумуляторы приходит вольтаж. Тогда я вообще 100% убедился, что зарядка есть на аккумуляторы. Я вообще голову не забивал. Но удивительная вещь с этим мазом, то, что какой стартер я не ставлю уже там по счету. Там у меня накрывался, да. Нет, как-то начал им работать. Что-то сезон поездил, у меня прям что-то все осыпалось в стартере, прям в поле. Что там заискрило, все там захрустело, и он отказал. Мне Макс, помню, тогда еще Макс работал на Зилу 45065, который сейчас на ремонте. Новый кузов, который ему делают до сих пор. Вот он на нем работал, там Макс. Он мне бортом толкал. Но все стартера, которые я тут составлю, они очень тяжело запускают двигатель. Прям вот оборот они делают, а потом вот в натяг.
проворачивает движок. И вот замечено было всегда мною. Хер знает. Все-таки это, наверное, заряд, друзья. Не идет. Вообще меряю 20 вольт показывает на два аккумулятора. По отдельности 12,5, а вместе 20. Или я тестером неправильно пользуюсь. Хотя ставлю там на 200 вольт. Ручку перевожу. Генератор работает. Амперметр что-то там дрыгает, конечно. Там не пойми, что и дрыгает. Эта история уходит 18 лет назад. Где-то 2005-2006 год, когда купили на эту маскабину, она ее купили полнокомплектную, естественно, с проводкой, со всеми приборами и все прочее. Но пригласили колхозного какого-то электрика, который не стал там тянуть по фишкам все. Он там что-то упростил. Не пойми, как идет эта зарядка. То здесь без путевого автоэлектрика ничего не сделается. Ни Леха Сталкер здесь ничего не починит. Здесь нужен реально башковитый мужик, который разберется, что тут накручено. Тут поворотники включаешь, светят лампочки, накаливание. Тут, знаете, много всего интересного. То нормально езжу год, то год периодически ставлю на зарядку аккумуляторы. Сейчас поеду к столбу, к розетке поближе, поставлю, пускай заряжается. Пока дождя нету, буду заряжать. Я больше выхода не вижу. Идут комбайны КФХ Зоринская Михаила Ивановича Бубенцова. Полей си десятка. А это его разве? Тут, наверное, маяк идет. Ага, это наш Полесье приехало. Это Игорь приехал. Это Игорь приехал. Второй Дон идет. Это Серег приехал. Тором 750, и это не наш комбайн. Это он как раз Бубенцова, Тарумы. Тором 740-й второй. Следом Тором 750-й. Модель New Holland, да, сейчас прочтем. CX8080. Накопитель идет. Прицепчик. И пожарник. Теперь нам все, да? И Торумов, наверное, не знаю, четверо должно быть или трое. Федорова помпа. Олег тоже помпу снимает. Проверить, что температура поднимается. Может, тоже помпа накрылась. Ну, кого-то нахуй. Даже уже радиатор надо вытереть. Там воздушное охлаждение будет. Ну, ты все-таки тессорский мотор будешь стоять, да? Как тебе Макс сказал. Ну, с соковым поставим тебе. Тянуть будет, знаешь как? Пустой. Знаю, иди, машину гони. Он говорит, хуй с ней. Олег, что тебе, машина новая, что ли? Зачем тебе ее гонять? А, да, пойдет, Максим.
Чё пойдет, блядь, я тебе с уголком хотел. Да, пойдет, но он длинный, куда его, вокруг колеса буду обматывать. Пиздец, у нас все вот так вот. Ты помнишь мой лимузин? Да. Его продавали на Авито. Да, 155 тысяч я видел, я в группе выкладывал. Че, можешь купить, ностальгия все-таки первый трактор. А-а-а. Да я вот на рулевое управление оказался. Вот такой вот уже надорванный, рука высокого давления, потеет. И вот тут в обжимке крутится, видите? Но при этом, блин, не текет. Там дождик мжит мелкий у меня на спине. На голове нету, на камере тоже. Вот так сделан, видите? Вот это надо открутить. Это мне сопчасть еще нужна. Ну, Ваня Семенович сказал, что он притрется. Он и притерся. Симон, брать, не брать, блядь. Люфты, да? Не, ну это люфты. Возьми, да. А зачем это нет? А это что, железки вот эти? Вот эти возьми железки, мы что-то собираем. Это наши старые, блях, мух. Это наши отдали обратно. А, отдали? Да. Ну а что, они старые, ничего хуёво, что ли? Ой, да, знаю, что да ты можешь чего угодно говорить. Что, кабель возьмешь, что там вы пожьете? Олег, а это съемник, брат? Блядь, металл хороший. Да уж. Вот это нам редуктор починили. Полтона за 5 тысяч. Муфту провернуло, лопнуло, разорвало. А, редуктор сняли, говорит, а шкив болтается весь. Приводной шкив. Все молотилки, все комбайн, весь взад вперед, говорит, болтается. Короче, редуктор, все, отходил. Вот это нам чинили, блядь. Чинили месяц, козлы, и говно сделали еще. Вот второй редуктор, запас тоже собрали же они. Его поставим, насколько его хватит, тоже неизвестно. Вот так вот. И Лехе вон. Вода все в цилиндре накапливается, движок не проворачивается. Сейчас форсунки выкручивал. Из одного цилиндра вода фонтаном вышибает. Ну, мне привезли. Рукав высокого давления надо поставить. Время с обеда уже. Покушали. Приступаем дальше к ремонту. Хотя я себе пока насчет ремонта ничего не надумал. Поставил другую резинку я на ремонте. И все равно что-то здесь соплеется, не пойму. Что у нас соплеется-то? Новая силиконовая резинка. Другая клапанная крышка. Все равно сопли идут. Петрович с Максом уезжают. Что, они поехали снимать головку? Они, не знаю, то ли снимать головку, то ли на разборку поедут. Туда, на Михайловскую трассу. Да, шланги вот такие ему заказывают, блядь, ёпи-мать. Нету нихуя. Да? А тебе такие нужны? Что? А тебе такие нужны? Ну, масляно где-то вот у меня подключено. Угу. А это куда такое тебе? Сапун? Нету, это заливная горловина, поддон. А-а-а. Сейчас я ее отхуярю вот так вот и сваркой заварим пятак. Просто заделаю, чтобы она не мешала нихуя. У тебя масло что, через поддон заливается? Нету, блядь, ты зимой горит. Я только беру. Лёхе, наверное, головку будет менять, у которой вода в цилиндр затекает. Леонидыча нету. Леонидыч комбайн стоит. Леонидыч помогает дяде Ване в поле с редуктором. С ними же Мишка-комбайнер. Сын дяди Вани Вовка. В общем, там их народу хватает. А мы здесь ковыряемся. Тут поперечная тяга на КПП болтается. Надо с ней что-то сделать. Надо бутылку какую-нибудь убрать. Видите, как мы работаем, ребят. А вы думали, что мы тут в деревне спиртом травимся, что ли? Нет, мы аристократы, блядь, Хеннесси пьем. Хеннесси Блэк. Кому-то писать? Кому-то. Обязательно? Че? Че тебе че? Кому-то. Под заливанием? Да. Это на самом деле Олег придумывает. Здесь заглушку поставят, туда будет наливать. Хрен спали кто. Ну да. Потом в нужный момент херакс открыл, слил. Все. Поехал. Красота.
Олег мастерит на МАЗ. Бачок такой же расширительный, как у нас с Федором. Такую же пластинку загнул. Сейчас хомут придумает. У него старый расширительный бачок над радиатором стоял. Это будет новый пластмассовый. Сереж, не знаю, зачем я спротил. Кого? Не знаю. Хотел на месте пластинцы сделать. Mm. Сразу подогнать, ну, приварить вниз. Uh-huh. Чтобы бачок вставил и вот, прихватил. Сейчас буду раскручивать. Кабину опустил. Пока что закончил. Тягу поменял вообще на другую. Все. Разобрал, смазал. Я еще не пробовал, как она. Вроде по длине все, я подогнал, как старая была. Да я даже старую разобрал, тоже смазал, на всякий случай. Положил ее в запас. Короче, тебе понравилось там, да, у них это? Блядь, Серёг, КамАЗ такие, говорю, блядь, вот. Добротные. И все сидели тягачи. Да, я слушаю. А. Зачем? Да, у него там что, есть, что ли? Ну ладно. К скольким вам подъехать-то? К скольким подъехать-то? Что, работает комбайн, да? Да, да, да. Редуктор не гремит? Редуктор не гремит? Да не, все заняты, я сейчас приеду, давай. Сейчас приеду, давай, давай. Не такая головка. Ага. Что, головка не такая? В смысле? Что, не подойдет, да? Тут все меняется. Клапана удобно стоят. Привезли Лехе головку с разборки. Максим с Петровичем. Там чистит ее. Ну, она такая свежая. Такая вся в маслице. Без накипи. Поеду. Собрали акрос. Надо сгрузить пашаницу. Это вот пониже. Это вот вообще чуть не заподлицо, а этот... Нет, маленький два шланга, а патрубу куда-то потом я менял, такую, где мне брали-то, большой. Ты говоришь, отрезай. Не у меня в сумке в черной, нет? Второй, блин, без третьей называется. Ну, ход, блин, рычага вообще короткий стал.
дикарь. Я пропустил запуск. Кого? Ивана Семеновича. Бля, охуительно работает. Да? Слышь? Мягче, чем тот, да? Конечно. Вот, это... На том они тренировались, а это же насос сделали. Вообще охуительно работает. А у него ебут насос. Строедымно. Да? Вот сейчас смотри, где дорога по дым будет въезжать. Ты видишь, работает ровно? Смотри. А, вот это вот жужжит, да? Да. Сейчас Иван Семенович домолотит поле. А вы говорите, мы убрали поле, убрали. Нихуя вы не убрали поле. А быстро, блядь, сделать. Быстро. Я говорю, Серега, говорю, надо фирму организовывать. И вам колымить, шабашить. Пошибали? А что нахуй? Дым, блядь, не имею. Вот ты дыма, причем кожный, блядь. Перекрестил, слышь? Сначала хреновый. Не, ну я им не позволял как-то. А он их будет молотить? Ну слушайте, ну ребят реально, блин, молодцы. Они собрали... Что, 5 вечера, наверное, сейчас время-то. Утром уехали. Ну, в 9, допустим, начали. Во. Разгружается без 10:05. Нормальная скорость, мне кажется, охеренная. Редуктор сняли, редуктор поставили. Тут тоже не шуточно там дело. Там. Да, 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 да. Сортировщики закончили работу на сегодня. Ну там они не досортировали, там у них еще там машина, наверное, 3 или 4 МАЗа. Не вру, наверное, нет. Машин 2-3. Ну как мне рассказали ребята, стружки в редукторе было херва туча. Что там развалилось, неизвестно. Но... Вал болтался и, говорит, стружка пошла с маслом вместе. Но этот редуктор работает тише намного. Это Мишкин, старый редуктор.
ему новый покупали, а тот мы сами ремонтировали, он сезон отработал, его тоже в ремонт сдали, его тоже перебрали. Ну, посмотрим, как это отходит редуктор, блин. Чего? И откуда такой грязь? Болт мог быть в головке, нахуй? Забыли. Как он на клапан крышки лежали, ебаный в рот. Два болта от воздухана. Точно. Дурилка ты картонная. Олег, ебаный в рот. Нахуй ты раскрыл, дождь пошел. Бля, вот прикинь. Как эта пьеса называется? Это? Грязь. Пиздогрязь. А, пиздогрязь. Максим, Олег, вскрыли, когда клапан крышки первый, нахуй? Вообще, блядь, вот тут все черное, у него прям аж блестит все, нахуй. А где он мотор, что это видел, нахуй? Он под нагрузкой, все выгорает. А это что, мотор? А еле тащится. Что он видел, блядь? У него наки постоянно. Что-то он видел, блядь? А что ты видел-то? Что он видел? А ты что видел? Это о чем говорит? Хорошая поршневая, что меньше газов проходит. А вот эта вся хуйня и берется, это газы, блядь. И масло всю эту хуйню смывает, блядь, и вот эта грязь остается, блядь. Ну, посмотри, новую головку привезли, которую, евро, которая не подошла. Ну, что? Я тебе отмою, блядь. Да она не мыт нихуя. За 25 тысяч. Она не мыта. Да. Короче, у Олега головка попи... Пизда грязь. Ну да. Тут Лопина, тут Лопина, тут тоже. Начинающая. Начинающая Лопина. Сейчас вторую головку будем снимать. Узнаем, что там. Лёхина новая головка не подошла. Она оказалась от евро. Бля, третью с электронной педалью было бы. Да? Надо было взять. Бля, я на вас поставил. Кого? Электронную педаль. Педаль? Да. А, ну просто для... Не работающая. Просто у меня электронная педаль. А к забам соседней бы. Механической. Новичок пришел, блядь, у, блядь, 4 педали нахуй. За каким хуй, да? Зашибись, купили головками все. 25 штук. Вот это? Купи. А та было сильнее затянуть? Пиздогрязь. По порядку ложишь? Какой по порядок ложить, похуй, ложи одни хули-гули, клапана, блядь, порядок. Что вы, блядь, как первый раз, блядь. Ой, блядь, какие же все умные, блядь, охуительно. Да это что стоит, блядь, черным глазом. Где учился, нахуй, ебаный в рот? В Ряжске, блядь. Хуярский, не Ряжск. В Сапашке, нахуй. В Сапашке вот учили, заебись, учили, блядь. Учили, блядь, как вино жрать, блядь. Хуё вино, блядь. Вон еще один стоит, блядь. А я не пил. Там, блядь, технология была, ебаный в рот, какая лаборатория, блядь. Один стоит. Шляпа, ты вообще молчи, нахуй. Блядь. Пашки обучали, заебись все. Обучали, ага. Куда за самогонкой сходить, за этой, блядь. Это, как она, блядь? Я один раз взял, блядь, спали всю дорогу нахуй там, блядь. Так. Тебе димедрол насыпали. Димедрол, конечно. Да уж. Да уж. Стаг уронил? Да, блядь. Ну, а я не подходил, ничего не случилось. Ну, а ты что, достал? Хуй ты достанешь. Иди отсюда тогда в пизду, а залез, блядь. А ты ее достанешь, блядь. Достану, блядь. Ну, вот достану, дырку сверху, видать? Стан, видишь? Вижу. Возьми проволоку, дырку засунь туда и достань проволокой, пока не уронили, блядь. Отверстие. Дырка, ты знаешь, где бывает. Блях, мух. Где, в орехе? Убавь, пизде, блядь. Блядь, сука. Блядь, всю ночь спать не буду теперь, блядь. Ясен хуй. Кратчик подарил. Все, вытащу. Тем более, день рождения 1 числа был. Хуй, блядь. Вчера, да, и хуй сказал даже, и хуй поставил. Наглый. А ты поставил, да. Блядь, меня 10 тысяч лишили, пошел нахуй. Кто? И тебя Олег похмел на 10 тысяч, лишили тебя. На тебя. Да. Нет, сначала я... Очко с натакам! Проблем, да хуя. Блядь! Хуйню, блядь. Больше стоять не буду с день рождения. А я тоже. У меня вообще все пить отказались, блядь. Пить, когда уже все напились. Они тебя уважают просто. Я знаю, блядь. Только хоть понюхали даже, блядь, а то нихуя. Я нюхал, блядь. Че ты нюхал-то? А ты че хочешь, как это? Хвост ебаный, блядь. Я все первый пришел, потом Макс. В целом, вот так вот весело. Рабочий день на ремонте 2 августа был завершен. Всем спасибо за внимание. Оставайтесь с каналом. Всем удачи. Всем пока.